Бывает, пьяный с вокзала выгнали, да? Ну, люди едут там это самое, а он пьяный там выгнали. Он сюда пришел, отсюда его не выгонят. Понимаете, он здесь обогрелся, он не обморозился и, как сказать, не замерз. Да, они спасают жизни, помогают это самое. Но дело в том, что этим жизнь не спасешь. Нужно как-то это самое. 50% здесь трудоспособных, нормальных специалистов. О, вот этим надо заняться. Не этим реабилитационным центром, который американцы нам проповедуют.